12 верасня ў Беларусі адзначаецца дзень заснавання следчага камітэта. Напярэдадні гэтай даты ў Салігорску прайшло ўрачыстае ўзнагароджванне супрацоўнікаў Салігорскага аддзела. Сёння калектыў Салігорскага раённага аддзела следчага камітэта налічвае 45 супрацоўнікаў. Віктар Радзюк у следчай дзейнасці больш за 15 гадоў, у асноўным займаецца даследаваннем здарэнняў па лініі ДАІ. В данную службу попал, ну, можна сказаць, случайна. По рекомендации родителей. С тех пор вот стараюсь оправдать их доверие, стараюсь не подводить руководство свое. Расследую дела по безопасности за дорожным движением, а также иные преступления. За время службы, конечно, приходились сложные времена, и были мысли даже поменять работу, но долг родине, долг помогать людям, оказывается, превзошел все мои сомнения. Поэтому остаюсь на этом месте, как говорится, и служу родине. Рашэнне быць следчым для Сергея Чаравака было упэўненым. И зараз, праз гады, уже понятно, что выбор ён зрабіў верны. Хочу сказать, что для меня гордость служить в Следственном комитете, так как это один из элитнейших правоохранительных органов. Для меня честь служить во имя закона, справедливости и Отечества. Прохожу службу с 2013 года. Хочу сказать, что данная профессия, несмотря на то, что она трудная, но она также и очень интересная. Амаль палову калектыва Салігорскага аддзела составляюць дзяўчыны. Яны нароўні з мужчынамі выязджаюць на месцы здарэнняў і выкрываюць злачынства. Алена некалі цвёрда вырашыла весці барацьбу з злачыннасцю. Намер дзяўчыны ўсхваліла сям'я, якая падтрымлівае яе і зараз. Выбор быў осознанным, хотя в моей семье никто никогда не служил в органах и к этому никак не причастен. Занимаюсь расследованием дел незаконный оборот наркотических средств. Родители поддерживали всегда, поэтому с этим проблем не было. Кого-то из родственников это удивляло, потому что у нас никого нет в семье служивших. Поэтому отнеслись хорошо и по сей день поддерживают, даже гордятся, естественно, мной. За апошнія 8 месяцаў у нашым аддзеле ў даследаванні следчых знаходзілася больш за 1000 спраў. Завершана з іх амаль 500. Перададзеныя ў пракуратуру для накіравання ў суд 407. Калектыў Салігорскага раённага аддзела следчага камітэта заўсёды спраўляецца з пастаўленымі перад імі задачамі. І з такімі супрацоўнікамі лёгка працаваць кіраўніку. В этот прекрасный день я хочу пожелать всем огромного здоровья и благополучия, оптимизма и крепости духа. Пусть реализуются все начинания на благо страны и нашего народа. Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким. Амаль увесь коллектив был узнагороджены. Гоноровые грамоты, подяки, кветки и подарунки. Усё гэта атрымали салігорскія следчыя у юбилейную дату.